Девчонки, всем привет, всем доброе утро. Как у вас дела, как настроение? Вещаю из своего офиса, как обычно. Смотрите, у меня такой же некий крик души. Хочу с вами посоветоваться, поговорить. Это ни в коем случае не жалоба, просто я хочу понять. Может быть, это просто у меня так, и у вас абсолютно по-другому. Я думаю, что у многих из вас здесь, кто на меня подписан, есть гладильные системы. Вот дело в том, что уже на протяжении там 3-4 лет у меня ломаются гладильные системы дома. И каждый год мы покупаем новую, чтобы вы понимали, а гладильные системы не стоят 3 копейки, именно поэтому там я делаю на этом акцент. Если просто бы там сгорал утюг, окей, это не вопрос. Вот, там, пошел и купил новую. Но это целая гладильная система, которая стоит, ну, очень больших денег. И так получается, что уже там какой-то третий год подряд, ну, каждый год мы меняем гладильную систему. Каждый год я покупаю новую, потому что мы отдаем, ее ремонтируют, нам возвращают. И, собственно говоря, проходит какое-то время, и опять все то же самое. Значит, говорят, что у нас вода не та. Но дело в том, что у меня мама привозит воду из Москвы. И няни, когда приезжают из дома, они тоже привозят специальные, значит, бутыль у нас огромные, да, по 2-3 баклажки, таскают воду для того, чтобы спокойно заливать в эту систему, значит, гладильную воду. Все равно ничего не получается. Каждый год. И причем вот я уже так проследила по переписке в январе, получается, я заказываю новую гладильную систему, которая стоит там 200-250 тысяч. Мы действительно очень много гладим, очень много. У нас глажка каждый день, вот, потому что там мы по 2 раза, по 3 раза стиральную машинку запускаем в день. Ну, действительно, у нас много стирки. Вот, подскажите, пожалуйста, какие гладильные системы есть у вас дома и что лучше всего заказать? Я сразу скажу, это как бы не реклама, ничего и не секрет. Вот Laura Star у меня гладильная система, и вот она уже который год, еще раз говорю, подводит. Не знаю, ну, навряд ли мы что-то делаем не так, потому что и приезжали и мастера, которые рассказывали, как правильно обращаться. Вот у меня достаточно квалифицированный персонал дома работает, все прекрасно знают, как это все делать. Мне вчера посоветовали купить Борг, у многих он стоит, это гладильная система. Но я не знаю, мне сказали, что Борг — это переклеенная просто наклейка от Laura Star, то есть в принципе то же самое. Не знаю, не утверждаю, не берусь утверждать и говорить о том, что да, это так. Но, по крайней мере, профессионалы мне так сказали, что в принципе, то же самое. Ничего нового. У меня уже такая система похожая была. Смотрю другие варианты. Миль есть. 300 или 350, сколько она стоит. Не знаю, у кого есть или была. Напишите, расскажите. Потому что я что-то уже вообще, ну, один раз сломала. Второй раз, третий. Уже сколько можно-то. Как-то это уже не прикольно.